Слово земляники такое. Поднять в городе всех блатных, бурчей, затырщиков и мазаных фрейров. Объявить подкидыша сученым и найти. Живым брать? Не обязательно. Перо ему в бок. Разрешите представить вам Антонова Максима Дмитриевича, лучшего сыщика, направленного к нам на должность начальника отдела уголовного розыска. А я не начальник. Я вор. Кем будешь? Финансист? Миша Минкис. А вам не кажется, друзья, что от нашего нового начальника исходит какое-то странное амбре? Кислым пивом от него воняет. Чудной он какой-то. Предлагаю протанцевать мои подъемные в размере оклада, а? Покуражимся. По уставу к сотрудникам милиции положено обращаться на «вы». Тебе что надо? Предлагаю пойти на большое дело. Сорвем куши в разные стороны. Идет? Это кто? Жена? Так сюда руку. Как на Вальку, на проститутку с Лиговки похоже. По Ленинграду прокатилась волна дерзких ограблений. Приходят бандиты в милицейской форме, предъявляют фальшивые постановления об обыске, проникают внутрь помещения и грабят. Гастролеры они. Вооружение? Винтовки, наганы. Кладовщик не вооружен. Очень хорошо. В смысле, плохо? Вы скажите, а смогли бы вы полюбить нечестного человека, в жизни которого были сомнительные эпизоды, который приступал к закону? А это хороший человек? Не совсем, но он очень старается. Эти цветы прислали вы. Это вранье. Бандитский звонок. Как пуля! Хватит чпухать! Максим, кто такой подкидыш? Только я знаю, какая ты особенная. И как не похожа на остальных. И я твое нутро знаю. Не взять. Это же не твое слово. Бандит и сыщик в одном лице. Как вам это удается? Я думала, ты изменился. Что у тебя с лицом? Чайки низко летают у вас в колыбели революции.